Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Задание. Так, заберем здесь свои награды. Так, и нам нужно собрать с тобой еду. Надеюсь, еда уже у нас накопилась. Так, нет, еще 5 часов надо ждать. Долго. Так, ну что ж, давай попробуем посмотреть, что у нас тут получится. Ага. Эволюция не завершена. Продолжаем эволюционировать. Так, а здесь мы с тобой заберем всех, кто у нас уже созрел. Так, помещаем. Окей. Давай следующего забирать. Это у нас пахицелозавр, да? А, дилофозавр. Что-то я немножечко попутал. Ладно, фиг с ним. Следующий. Забираем. Насутоцератопс. Поместить. Ну что, я думаю, наверное, надо следующих, да, активировать. Да, я думаю, надо. Только давай определимся, кого мы будем с тобой прокачивать. Сейчас мы... Так, здесь у нас есть? Есть. Вот и пускай он выводится. Так, секундочку, погоди-ка маленько. Мы же можем с тобой, наверное, вывести еще кого-нибудь, кого у нас нету. Вообще такие остались? Топижары. Так, это супер редкий. Раджазавр, вот. Кеца. Давай активируем. По-моему, это... слушай, а кеца у нас действительно не было. Теперь он у нас появится. Так, давай дальше посмотрим, кого у нас еще не было, чтобы... Так, мы можем этого вывести и вот этого. Аэротитана я могу вывести? Блин, не хватает бакинских. Так у меня же есть аэротитан 10 уровня. Надо будет, конечно, еще раз одного активировать, да, чтобы их потом можно было прокачать до 20 уровня. Ну что, друзья мои, мы продолжаем с вами проходить события. Так, нам подводный мир нужен, да? Нам с тобой нужен подводный мир. Так, ну что, приступим потихоньку. Значит, здесь мы возьмем с тобой, наверное, псифодерму. А вот сюда, наверное, возьму генерию. И плюс... Может, геозавра взять? Вот не уверен, что он справится. Давай, наверное, возьмем с тобой банана Гмиуса. Вот так вот. Я думаю, что здесь мы должны с тобой выиграть. Всего 3 поединка и все. Да, этот гаденыш, смотри-ка, очень живучий. Очень живучий. Так, я, наверное, сделаю бонус. Что он будет делать? Он делает две атаки. Прикинь. Какой он смелый. Две атаки, да, значит? Раз, два. Бонус. Угу. Понятно. А если я возьму вот этого? Сколько он будет наносить урона? 219. Справедливо, да? Раз, два, три. Ушатали мы его. Иди отсюда. Так. Вот такой вот у нас хлыщ появляется. Так, мы, интересно, выживем или нет? Выжили. Ну что, распрощаемся с ним, да? Распрощаемся мы с ним. Распрощаемся. Пшел отсюда. Так, следующий выходит. 28 уровень у него. Что он будет делать? Все сливает в атаку. Ну, тогда мы его, естественно, уничтожаем. Погнали. И я тебе скажу, что первый поединок мы с тобой выиграли здесь. Нам нужно еще выиграть два.
Прикольно, да, смотрится? Действительно, как мурена. Не очень, конечно, много зубов у нее, но такая пасть очень мощная. И само тело у нее такое, знаешь, вот мясистое, прям видно, что просто так зубами не прокусишь. Ну что же, первая победа за нами, и мы с тобой продолжаем. Так, здесь у нас гауфиозавр, генерия и сифактин. Так, ну что, против этого возьмем Зуходуса, я думаю, да? Он вполне сгодится. А вот против этих... придется, ребят, наверное, взять Элосмозавра и Прогнатодона. Так уж и быть, поехали. Блин, денег, конечно, нужно целые миллионы, миллиарды, ребят, чтобы драться без проблем. Ну, как ты понимаешь, здесь одного удара будет достаточно. Тыдыч. Все, пошел ко дну парень. Вот она, генерия. Так, ну что, я думаю, если сейчас он зря он это делает, потому что, естественно, мы его сейчас уничтожим. Естественно, ребят. Раз, два. Иди корми рыбок. Ну и остается... Ух ты, ксифактин, оказывается, вон он как. Неужели он сейчас все атаки? Он все тратит, прикинь. Ну что же, на вся надежда у меня на этих ребят. И, в принципе, по-моему, ему крышка. Да. Тыдыч. Все. В принципе, без проблем. Это была вторая битва. Так, нам нужно еще пройти с тобой одну. Если у нас также удача будет сопутствовать, то это без проблем. Поздравляют. 35 ДНК нам с тобой дают. И мы двигаемся дальше. Так как это последний поединок, можно здесь спокойненько взять оставшихся, да? Погнали. Ух, сейчас будет... Я думаю, сейчас будет очень быстрая битва. Да? Смотри. Здесь на один удар. Бабах. Следующий. Прогнатодон. Выглядит, конечно, смачно. Но сосунок. Посмотри, сколько у меня хп. 1500. Но он нехило бомбанул, почти в половину. Жаль, придется... Погоди. Да, придется, хотел сказать, распрощаться. Нет, ребята, не придется. Вот так вот, если только сделать. Теперь, да, теперь крышка. На-ка. И остается у него последний. Это... Онхопристис. Можно проще сказать, рыба-пила. Или акула-пила. Ну что, сделаем с тобой по максималочке. Такой маленький, да, против такого гиганта и выигрывает. Напоминает мне чем-то тюленя какого-то, да? Как вот он двигается. Как вот тюлени, когда плавают, они так же вот двигаются. Ну что, ребята, мы выиграли. Теперь забираем с вами. А, тут колесо крутим. Ну, давай посмотрим, что нам повезет на этой фортуне или нет. Каритозавр! Вы серьезно? Вот кого-кого, а каритозавра я в последнюю очередь хотел получить. Честно тебе скажу. Мне он не понравился. Ну что же. Ну, далее и далее. Так, а что у нас вообще там... Дрожь земли. Мы, наверное, сейчас с тобой продолжим играть. Сейчас только здесь заберу награды. Так. Подожди секунду. А по заданиям у нас что еще не выполнено? А, еды нужно собрать. Еды. Тут 1 минута 31 секунда осталось. Кто-то выведется у нас. Здесь мы с тобой соберем все, что пока можно. Где-то 7 тысяч, где-то 8 тысяч, где-то по 800 монет всего лишь дают. Такой не очень крупный, конечно, заработок. Долго мы так будем с тобой копить. Кстати, я же получил, по-моему, новое сооружение. Давай-ка мы его, наверное, поставим. Это у нас сад-ручеек.
Вот так вот. Это, оказывается, у нас сад, ручеек. И куда вот его влепить? Куда влепить этот? Вот здесь можно. Пускай стоит. Пускай здесь стоит. Так, 42 секунды. А, подожди, это не то. Это я попутал, ребята. Здесь 20 минут, это вот. С этого сбора, оказывается, просто идет. Секунды там отсчет. Ну что, пойдем дальше тогда на арену с тобой. Раз еды у нас нету. Вот, все, собрали. Так, 50 бакинских в копилочку. И здесь открываем пак. Еда, деньги, доллары и ДНК. 95 очков доверия мы с тобой получаем. Так, здесь что-то еще. Так, и вот так. Все, ребят. Ну, теперь, как ты понимаешь, идем на дрожь земли. А мы с тобой в Лиге Охотников. А, какое у нас там место? 96-е. Да, тут сильно не забалуешь, кстати. Ну, я даже не знаю, кого тут. Давай, наверное, начнем вот отсюда. Возьму Капразуху, Топижара и Афия Кадуна. Поехали. Что-то, мне кажется, зря я их взял. Сейчас меня тут, наверное, разорвут. Ну, кто там у нас? Что за соперник? Ох ты. Нифига, он получил себе его, прикинь. Он же разыгрывался на событии. Офигеть. Так, берем бонус. Блин, мне кажется, он нас порвет. Так, он сменил динозавра. Ничего себе. Дракорекс. И ведь не побоялся его поставить сюда, прикинь. Ну-ка посмотрим, что он будет делать. Дракорекс. Угу. Вот так вот он, да, решил. Еще качнемся чуть-чуть. Ну что, у него 5 очков. Будет атаковать или нет, как думаешь? Блин, по-моему, все-таки завалит. Но он все слил. Тю-тю-тю-тю-тю, Топижара. Ну вот как-то не в тему. У тебя сколько урона? 67. Вот, давай-ка вот этого сменим. Окей. Ну и влупим как следует, да? 600. Так, две атаки. Вот так вот сделаем, поехали. Пошел отсюда. Ну, этого сосунка вообще завалим с полточки. Галимима. Ничего нам тут не сделает. Меняет динозавра. Тем более, тем более. Так, он 3 очка оставил, да? 3 очка он себе оставил. Значит, мы с тобой сделаем что? Раз, два, три, четыре. И вот так. Прощай, роднулька. Да все, в принципе, ему крышка. Он ничего здесь не сделает. Ну, сольет он сейчас все. Потом ему от Топижары будет такой трындец. Давай посмотрим. Абсолютно все начинает сливать. Ну, тогда прощай. Давай, Топижара. Тоже будем с тобой все сливать. Погнали. По полной, пропиши ему. Вот так вот. Ну что, друзья мои, отлично. Отлично. Двигаемся дальше. Смотрим сейчас, куда мы с тобой переместимся. На какую позицию. Были на 96-й. Становимся на 81-й. Так, и крутим рулетку. И выпадает нам с тобой 120 ДНК.
Скудненькая награда, скудненькая. Ну, ничего. Так, ладно, давай дальше двигаться. Берем диплодотора, анкилозавра и велоцираптора. Сейчас посмотрим, что у нас тут получится. Отлично, подожди. У него анкилозавр, а что это за анкилозавр такой интересный? А, это вот так вот он прокачивается так? Серьезно? Окей, окей. Так, у него две атаки, ну сколько он тут? Ну, 200 отнимет, да? Грубо говоря. Блин, я не знаю даже, что он там ставит. Ага, вот так решил. Еще и пошел в атаку. Ну что же, напросился ты, парень. Напросился. Че, вмазать ему или как? Давай возьмем защиту. Ой, защиту, дополнительный бонус. Меняет. И чё? И все? Ну что, если мы ему пропишем, да? В 4 смычка, ну-ка, должны уничтожить, да, по идее? Да. Иди гуляй, как говорится. Так, ну что, Ахламон? Секодонтозавр. О как. Давай посмотрим, кто кого. Угу. На пробочку, да, он сделал так? Окей. Раз, два, три. И вот так вот. Всего одна атака прошла. Смотрим дальше. Что он тут затеет? Он, у него 4 очка, считаем сейчас. О, когда? Два он оставил. Два оставил. Раз, два, три. И вот так. Твою налево, надо было его добивать, блин, к чертовой бабушке. Угу. Вот и все, вот и попался. Так, ну что, вызываем этого Димитродона. Сейчас посмотрим, будет он все сливать или нет. А это зря. Это было зря сделано, парень. Поехали рвать его. На тебе, хмыреныш. Не на того наехал, да? Отличная была победа, мне понравилось. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше, смотрим, какое место занимаем. Полтинчик. Окей. Крутим колесо. Ну, естественно, что еще может мне достаться? Конечно, это. Так, и мы продолжаем с тобой. Возьмем для начала... Тихо ты. Ютерануса. Эниозавра возьму. И, пожалуй-ка... Тихо, тихо, подожди, вот этот мне нужен. Пастозуха возьму. Просто пастозух. Посмотрим, что тут у нас получится. Что-то мне кажется, сейчас проиграю. Ну, как бы тебе сказать. Шансы есть, но небольшие. Берем бонус сразу же. Так, что мы будем делать? В атаку идти. Метриолонг. Ну что же, окей, окей. Давай поменяем. И сделаем с тобой вот так. Так, что же он там захочет сделать?
Жмется, жмется, думает, да? Что бы ему сделать? Меняет. Окей. Поменял. Ну что же я могу тебе сказать? Так. Мне, наверное, стоит сделать вот так вот. Вот так и вот так. Ну давай, думай. Угу. Вот так он сделал, да? Раз, два, три. Раз, два. Он сейчас доиграется. Он доиграется. Так, он три потратил, да? Он потратил три. Значит, у него два в запасе должно быть. Давай, короче, я так сделаю. Вырубим его нафиг. На тебе. Хорошо так звезданул, да? Так, следующий паршивец вышел. Ну давай посмотрим. Еще ты сшит. Две атаки решил сделать мне, окей. Две у него осталось. Две у него осталось. Значит, мы сделаем с тобой так. Раз, два. Раз, два. Ждем, ждем, друзья мои. Меняет. Окей. Ну вот ты и попался. Вот ты чепушил это и попался мне. Давайте, ребята, сносим его к ядрене фени. По полной программе. Ну а с этим хлыщом мы разберемся на изи. Вот с этим. Ну конечно не этим, а вот этим. Сейчас главное просто переждать. Так, ему придется потратить две атаки. Ты понимаешь, да? Я сейчас просто все делаю в бонусы. Смотри, как это будет происходить. Все абсолютно слил в бонусы, и теперь ждем от него реакции. Все, все, мне его реакция очень даже понятна. В общем, он подписал себе смертный приговор. Да-да, ребят. Именно так. И никак иначе. Разноси его. Ох, это жестко было. 6000 урона. Красавчик. Ну что, друзья мои, двигаемся дальше. По накатанной, как говорится, по ареночке по нашей. И не сдаемся. Какое место мы с тобой занимаем? 30-е уже. Великолепно. Крутим. И здесь нам выпадает, ну, естественно, ДНК, да? Не 600, а 120. Очередная схватка. Ну что, берем с тобой Алангозавра. Беру Диплотатора. Алангозавра, Диплотатора и Анкилочку возьму, наверное, да? Только здесь... А, хотя ладно, поехали. Можно было бы, конечно, Диплотатора поменять местами с Алангозавром, но посмотрим, что он там сейчас выкинет. Лишь бы не летунов. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Первый-то у него, блин, ребята, прям под стать, а. Если он сейчас первый ходит, мне крышка. А он первым не ходит. Ну что, меняем тогда. Обалдеть, у него урона. Ты посмотри, 506. Как мне тут быть?
Неужели вырубит? О, все, ребят, тогда мне здесь победы не видать. Мне ничего тут не поможет уже, прикинь. Вообще ничего. Пристазух. Что-то уж больно как-то люто этот пристазух бомбит. Так, две атаки сделал. Ну, алангозавр здесь мне не помощник. Ну, продешевил чуть-чуть, что я сделал, ребят. Захотел сыграть вот на таких. Ладно. Возьмем сейчас тоже легенды. Проиграл. Интересно, за то, что я проигрываю, меня понижает на арене или нет? Сейчас посмотрим. По-моему, не понижает. Но не повышает, это точно. Твою налево. Погнали. Обделались одним словом. Ну что, беру тогда Сфенокодона, Эдиоморфодона и Эрликозавра. Давай посмотрим вот такую комбинацию. Да ну нафиг. Фига там бизоны у него, ты видел? Да, это люто. Берем бонус. Кентрозавр, да? Кентрозавр. Мой ход. Давай, раз мой ход, я потерплю. Что он будет делать? Что он будет делать? Он решил атаковать. Я тебя понял, парень, прекрасно. Ну что, сносим его к ядрене фене. Сколько мне там нужно сделать? Три атаки, да? Поехали. Лохмутья его, короче. Ждем следующего. Альбертозавр. О как. Альбертозавр. Уничтожает. Но и ему крышка. Мне достаточно двух атак. Поехали. Так, и кто там у него уходит? Ну все тут понятно, ребят. Тут у него без вариантов. Ну что, поехали, проверим. Крышка ему. Вот так вот это делается. Замечательно. Так, и нам с тобой, наверное, еще один поединок остается сыграть. И, возможно, мы перейдем на следующую лигу. Сейчас посмотрим. Нет, не хватит, да, чуть-чуть. Чуть-чуть, скорее всего, не хватит нам. Ну, смотри-ка, 10 долларов дали, а? Схваточка. Блин, диплотатор надо как-то забрать. Твою налево, сколько он стоит, офигеть. Давай возьму тиранозавра, птеродактиля и... Да тут больше не остается, как... метриакантозавра брать. Уж не знаю, что из этого у нас получится. Сейчас посмотрим. Ага, тиранозавр мод 2. То есть у меня тиранозавр и у него тиранозавр, да? Но у него типа улучшенной версии, скажем так. Окей.
Так, ну что, меняем. Сейчас потанцуем. Вообще ничего не стал делать, да? Ну давай тогда уничтожать его. Готов, парень? Спинозавр появился. Сколько у него там очков-то? 5. Ну, если он все сльет, он меня уничтожит. Но мой тиранозавр уничтожит его. Это будет выглядеть как-то так. Все, я тебя понял, парень. Вопросов нету. Сколько у тебя там? 559 хп, да? 559. Этого будет достаточно. И сделаем с тобой еще, наверное, вот так вот. Ой, а как я так... Как я так лопухнулся, ребята? Ой-ой-ой-ой-ой. Так-с. Ну, давай вот так вот сделаем. Так, ему крышка, да? Допустим. Спинозавр появился. Сколько ему нужно меня атаковать? Так, 6. Ну, как минимум 3 очка ему нужно потратить. А он 5 вписывает. Эй, дурила. Ой, дурила. Ну все, ему крышка. Ему крышка, ребята. По полной программе. Вот и все. Поздравляем с победой. Ну, жалко, мы, конечно, с тобой в следующую лигу не запрыгнем. Нам не хватит чуть-чуть буквально, да? Там, может, 2-3 очка. Хотя нет, мы запрыгнули с тобой ровно на 100-е место, ребята, в хищники. Мы вошли в лигу хищников с тобой. Вот так вот. 2 звезды. Ну, я ничего не достоин, кроме вон ДНК. 375 штук. Понятно. Да, вот так вот, друзья мои, я поиграл сегодня. Забираем. Гатса. У нас еще есть Гатса? Есть. Пускай будет у нас с тобой Гатса выводиться. Так, а здесь сколько еще? 1:27 ждать. А что вот тут они мне показывают? Что я кого-то... Подожди, новинка. А, мы же... Да-да-да-да-да. Каритозавра можем теперь. Ну что ж, давай. Пускай будет у нас каритозавр. Выводим тех динозавров, которых у нас не было с тобой, да? И кого же нам еще тут с тобой можно взять? Пум-пум-пум-пум. Давай подумаем. Диплодатор, по-моему, нам нужен, да? Я вот и не помню, кто нам нужен. Дозух. Так, Кетсу, что ли? Ну, давай возьмем Кетсу, пускай тоже выводится. Ну, все, друзья мои. Такая вот коротенькая серия у нас. Но мне почему-то вот так захотелось побороться в этом водном мире. И мы с тобой поборолись. И причем неплохо. А на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.